Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 21 мая 2019 года в Кировском районе города Самара на Ракитовском шоссе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Mercedes S600, за рулем которого находился гражданин Наврузов Заур Рахман Аглы. Пассажиром был гражданин Байрамов Резван Урджиевич. В ходе проверки документов к месту остановки подъехала белая «Газель», из которой высадился десант в виде людей в спецформе, бронежилетах, масках на головах и с оружием. Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов установили наблюдение за мужчинами и вели их к скрытой парковке торговый центр «Самолет», где Наврузов парковал свой автомобиль. Мужичин без объяснения причин уложили на землю, надев на запястье наручники и черные мешки на головы. В ходе проведения операции к вышеуказанной группе лиц присоединились люди в гражданском. Задержанных мужчин, лежавших на земле, обыскали, Наврузова трогали за ладони и тщательно проверяли карманы брюк. Осмотрели изнутри остановленный сотрудниками ГИБДД автомобиль. После проведенного осмотра мужчин подняли на ноги, перестегнули наручники, сняли мешки с голов. А дальше процедура обычная – понятые, протоколы и акты осмотра места происшествия. В ходе осмотра мужчину Наврузова нашли наркотики в заднем кармане брюк и в бардачке машины под его управлением, а у Байрамова – оружие за поясным ремнем. Обоих забрали в отдел. Наврузова по решению суда отпустили под подписку о невыезде, так как следователь перепутала граммовку найденного наркотика, так как устала на дежурстве, а Байрамова отправили в СИЗО. Через два месяца Наврузова отправили вслед за Байрамовым. Факт нахождения на попечении Наврузова несовершеннолетних детей и пожилых родителей, наличие прописки и постоянного места проживания на территории Самарской области и даже факт самостоятельной явки 27 мая 2019 года последнего за подпиской о невыезде, хотя Наврузов 23 мая 2019 года уже был дома, не убедили суд в отсутствии у Наврузова умысла скрываться от следствия, и мерой пресечения было выбрано содержание под стражей. Наврузова обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотического средства для личного употребления без цели сбыта в крупном размере. Обращаем внимание, что Наврузов на учете в психоневрологическом, а также в наркологическом диспансерах не состоит. Результаты исследований показали, что ни в крови, ни в моче не было обнаружено следов употребления какого-либо из наркотических средств. Байрамова обвиняют в незаконном хранении оружия. В суде он не смог даже назвать марку оружия, хранение которого ему вменяют, так как никогда не сталкивался с оружием вживую, дома занимается сельским хозяйством, содержит крупный домашний скот. Следствие и суд по Байрамову длились больше года. Приговор суда, 1 год и 7 месяцев реального срока, зачли в счет отсиженного. По Наврузову процесс длился год, в приговоре реальный срок лишения свободы. Из доказательной базы. Показания двоих понятых, которые по-разному рассказывали об обстоятельствах дела, в ходе следствия и в ходе судебного процесса, также показания не согласовались между двумя понятыми. Они путались, сбивались и многое не помнили. К числу забытых фактов отнеслось место и очередность забора понятых, к месту преступления, вид транспорта, на котором они добирались до места. На выбор было предоставлено несколько вариантов, и каждый понятой добирался по-своему. Также забылось, сколько сотрудников было в машине, да и вообще вместе ли они прибыли на место преступления или порознь. Также ни один из понятых не смог вспомнить, как именно стояли машины на парковке относительно друг друга. Участники процесса так и не поняли, как располагались машины, то ли машина Наврузова была спереди машины, из которой велось наблюдение и правее, то ли спереди и левее, то ли они стояли Т-образно. Была и такая версия, когда за мужчинами началось наблюдение. Но основным и, пожалуй, единственным доводом в пользу обвинения Байрамова в незаконном хранении оружия были показания понятых о том, что они из своего автомобиля видели у него пистолет, когда он садился на пассажирское сиденье автомобиля Наврузова. Сторона защиты ходатайствовала о проведении ситуационной экспертизы, чтобы убедиться, что при таких расположениях автомобилей возможно было увидеть у Байрамова пистолет. Суд в экспертизе отказал. Показания свидетелей, которыми выступили сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие задержание, те, кто был в гражданском во время задержания. Из их показаний следует, что они не знают, какая спецслужба присутствовала на задержании, так как никакого распоряжения, приказа, указания или прочих документов у них при себе не было.
По судебному запросу, ни одна из спецслужб в причастности к указанному задержанию не обозначилась. Также осталось неясным, на каком основании в принципе произошло задержание Наврузова и Байрамова. Имелось распоряжение о проведении операции наблюдения, вынесенное на основании данных, природу появления которых сотрудники пояснить не смогли, о том, что в этом автомобиле указанные лица могут перевозить наркотические средства и оружие, но задержание распоряжением предусмотрено не было. Интересно, что сотрудников ГИБДД, остановивших Мерседес, разыскать также не удалось. На судебный запрос пришел ответ, что по официальным данным, 21 мая 2019 года на Ракитовском шоссе экипаж ГИБДД не фиксировался, то есть не работал. Генетическая экспертиза на пассажировые следы и генетический профиль Байрамова, которая позволяет установить пассажировые следы и генетический профиль на оружии, результат отрицательный, то есть на пистолете отсутствуют какие-либо следы Байрамова. Экспертиза на отпечатки пальцев Байрамова на пистолете, результат отрицательный, отпечатков Байрамова нет. Химическая экспертиза смывов с рук Наврузова, кстати, факт проведения смывов с рук Наврузова, понятыми не подтвердился, они указали, что смывов не делали, обнаружены следы наркотических средств, массу которого определить не удалось ввиду незначительности количества. Генетическая экспертиза на пассажировые следы на упаковке, из-под жевательной резинки и упаковки, найденной в бардачке машины Наврузова, результат. На упаковке, найденной в бардачке машины, обнаружен пот и генетический профиль неизвестного мужчины, принадлежность ее Наврузову исключается. На упаковке из-под жевательной резинки обнаружен пот и выделена ДНК в количестве, недостаточном для исследования. Это все доказательства стороны обвинения по указанным делам. Показания свидетелей со стороны защиты суд не принял во внимание, считая их несущественными, а показания Байрамова в качестве свидетеля по делу Наврузова были определены судом, как показания, данные лицом, заинтересованным в ходе дела. После вынесения приговора адвокаты Байрамов обратились в суд апелляционной инстанции с жалобой на вынесенный приговор. Решением суда апелляционной инстанции приговор отменен, назначено новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. На решение суда апелляционной инстанции подана жалоба в суд кассационной инстанции. Байрамов под подпиской о невыезде ожидает справедливого решения суда. Адвокат Наврузова, Галенков, также подал жалобу на приговор в суд апелляционной инстанции. Продолжение следует.